Начнем упражнение с обратного отсчета от 3 до 1. Примите удобное положение. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. А при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 3 несколько раз. Чтобы помочь вам научиться расслабляться физически на 3-м уровне, я направлю ваше внимание к отдельным частям тела. Расслабьте кожу головы под волосами. Расслабьте кожу лба. Расслабьте веки и ткани вокруг глаз. Расслабьте кожу лица и щек. Легкая улыбка поможет расслабить веки и мышцы лица. Расслабьте горло внутри и снаружи, а также шею и кожу, покрывающую вашу шею. Расслабьте плечи, предплечья и кисти рук. Сделайте глубокий вдох, а при выдохе расслабьте грудную клетку внутри и снаружи. Сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе расслабьте живот и область таза внутри и снаружи. Расслабьте бедра. Расслабьте колени. Расслабьте икры. Расслабьте свои ноги до самых кончиков пальцев. Сейчас вы на более глубоком и здоровом уровне сознания, глубже, чем до этого. Это ваше физическое расслабление на уровне 3. Всякий раз, когда вы мысленно произнесете или представите себе цифру 3 несколько раз, ваше тело полностью расслабится, как сейчас, и даже больше по мере практики. Чтобы погрузиться на более глубокий 2-й уровень для психической релаксации, сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе назовите и представьте цифру 2 несколько раз. Уровень 2 предназначен для психического расслабления, и на этом уровне звуки не будут вас отвлекать. Вместо этого звуки помогут вам еще больше психически расслабиться. Чтобы расслабиться психически еще больше, представляйте себе безмятежные и пассивные образы в трехмерном голографическом изображении, включив в эти образы все свои органы субъективного восприятия. Сделайте это прямо сейчас.
Для перехода на более глубокий и здоровый уровень сознания сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 1 несколько раз. Это первый базовый уровень, более глубокий и здоровый уровень сознания, находясь на котором, вы достигаете внутреннего равновесия. Чтобы помочь вам перейти к более глубокому и здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отсчет от 10. По мере уменьшения цифр вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень сознания. 10, 9. Почувствуйте, что проникаете глубже. 8, 7, 6. Все глубже и глубже. 5, 4. 3. Еще глубже. 2. 1. Сейчас вы на более глубоком и здоровом уровне сознания, глубже, чем до этого. Это чувство полной расслабленности прекрасно. Это очень здоровое состояние. Утверждение для эффективного проецирования восприятия и для привлечения успеха. Я буду говорить от первого лица. Постоянно развивая свои мысленные способности восприятия, я способен настраивать свое сознание и проецировать его в любую точку, место, на любой уровень и глубину, чтобы всегда знать о любых происходящих событиях. Я способен действовать вне зависимости от пространства и времени. Мне известно, что информация существует на всех уровнях и глубинах Вселенной, и поэтому я могу настраиваться на любую информацию. Я способен использовать свои мысленные способности восприятия и проецировать свое сознание в любые материальные миры, в мир неодушевленной природы, в растительный и животный миры и в мир человеческого сознания и организма, если я этого желаю. Я способен выявлять любые нарушения, где бы они ни проявлялись, в любом материальном мире, на любом уровне и глубине. Я способен исправлять и приводить в нормальное состояние любые нарушения, где бы они ни проявлялись, в любом материальном мире, на любом уровне и глубине. Квантовая энергия доступна на любом уровне и может использоваться для созидания в субъективных или объективных измерениях. Сейчас мы проработаем новую полезную технику – мысленный экран. Для того, чтобы установить положение вашего мысленного экрана, закройте глаза. Под закрытыми веками слегка поднимите глаза под углом около 20 градусов. Ваше мысленное поле зрения в таком состоянии и есть ваш мысленный экран. Не проецируйте мысленный экран на ваши закрытые веки. Вместо этого представьте, что мысленный экран находится за пределами вашего тела, вне вас.
Чтобы научиться лучше пользоваться мысленным экраном, проецируйте на него картинки или мысленные образы, особенно цветные. Сосредоточьте внимание на цветовых ощущениях и постарайтесь визуализировать настоящие цвета. Сейчас мы проработаем технику трехмерного созерцания, которая поможет вам в решении проблем. Когда вам нужно выйти из проблемной ситуации, принять решение или получить поддержку с помощью техники трехмерного созерцания, действуйте следующим образом. Спроецируйте образ проблемы или текущей ситуации на свой мысленный экран, как двухмерную, тусклую картинку, похожую на черно-белую фотографию, чтобы вкратце изучить ситуацию. Уменьшайте картинку проблемы, пока она совсем не исчезнет. В момент, когда картинка проблемы исчезнет, создайте образ решения и позвольте ему приблизиться, чтобы он стал все больше и больше. Проецируйте только яркий, отчетливый, живой и подвижный образ вашей цели. Остановите изображение, улучшите его, измените детали, которые вам не нравятся. Когда решение станет в точности тем, к чему вы стремитесь, продолжайте увеличивать его еще и еще, пока новое изображение не заполнит собой все вокруг вас, и вы не окажетесь внутри него. Изображение станет объемным, голографическим и панорамным на 360 градусов вокруг вас. В этом состоянии ощутите себя и свое желаемое состояние полностью, в деталях, используя все свои мысленные способности восприятия, включив в этот опыт необходимые эмоции желания, уверенности и ожидания. Вы можете также изучить себя глазами другого человека, изучить итоговое изображение с точки зрения другого человека или группы людей. Также вы можете представить себя за пределами этого образа и изучить его как третье лицо, наблюдатель. Так вы сможете получить полное трехмерное представление желаемой ситуации. Также вы можете с помощью техники голографического передвижения перейти в будущее, ощущая это решение как нечто законченное и свершившееся. Мысленно передайте этот желаемый образ источнику энергии внутри вас. С помощью техники трехмерного созерцания передайте источнику энергии свои желания, подкрепленными соответствующими эмоциями. Выразите благодарность, признательность, любовь и сострадание источнику энергии, который находится глубоко внутри вас, и будьте уверены, что он поможет вам прийти к решению. В течение следующих трех дней ищите знаки, которые укажут вам на решение. Каждый раз, когда вы думаете о своем проекте, думайте о том решении, которое вы создали с помощью техники трехмерного созерцания, и думайте о нем как о чем-то уже свершившемся. А теперь настало время поработать над конкретной проблемой, используя технику трехмерного созерцания. Спроецируйте образ проблемы или текущей ситуации на свой мысленный экран как двухмерное тусклое изображение, похожее на черно-белую фотографию,
чтобы вкратце изучить ситуацию. Уменьшайте изображение проблемы, пока она совсем не исчезнет. В момент, когда изображение проблемы исчезнет, создайте образ решения и позвольте ему приблизиться, чтобы он стал все больше и больше. Проецируйте только яркий, отчетливый, живой и подвижный образ вашей цели. Остановите изображение, улучшите его, измените детали, которые вам не нравятся. Сделайте изображение желаемой ситуации именно таким, каким хотите. Когда изображение желаемой ситуации станет в точности тем, к чему вы стремитесь, продолжайте увеличивать его еще и еще, пока новое изображение не заполнит собой все вокруг вас, и вы не окажетесь внутри него. Изображение станет объемным, голографическим и панорамным на 360 градусов вокруг вас. Глубоко вздохните и расслабьтесь. Ощутите себя и свое желаемое состояние полностью в деталях, используя все свои мысленные способности восприятия, включив в этот опыт необходимые эмоции, желания, уверенности и ожидания. Ощутите веру. Вы можете также изучить себя глазами другого человека. Изучить итоговое изображение желаемой ситуации с точки зрения другого человека или группы людей. Также вы можете представить себя за пределами этого изображения и изучить его как третье лицо, наблюдатель. Ощутите полное трехмерное изображение желаемой ситуации. Вы можете с помощью техники голографического передвижения перейти в будущее, ощущая это изображение как нечто законченное и свершившееся, цельное и полное. Мысленно передайте желаемый образ источнику энергии внутри вас. С помощью техники трехмерного созерцания передайте источнику энергии свои желания, подкрепленными соответствующими эмоциями, благодарностью, признательностью, сочувствием и любовью,
с большим желанием достичь результата, с верой в себя, свою значимость, свою способность прийти к желаемому и с ожиданием того, что это случится. Примите как должное факт, что источник энергии внутри вас поможет вам в воплощении желаемого решения, когда вы заснете и будете приближаться вплотную к порогу Дельта. В течение следующих 3 дней ищите знаки, которые укажут вам на решение. Каждый раз, когда вы думаете о своем проекте, думайте о том решении, которое вы создали с помощью техники трехмерного созерцания, и думаете о нем, как о чем-то уже свершившемся. Ожидайте воплощения этого результата или чего-то лучше, чем этот результат. Теперь глубоко вдохните, выдохните и продолжайте погружаться глубже и глубже, уступая глубокому, естественному, здоровому сну. Наслаждайтесь сознанием, что вы проснетесь более счастливым, здоровым, с предчувствием больших позитивных перемен. Дышите медленно, глубоко, ритмично и засыпайте глубоким, естественным, здоровым сном. Позвольте фоновому сопровождению увести вас глубже в сознание. Расслабьтесь.